Так, ребят, всем привет! В этом видео будет распаковка вот таких вот двух посылочек, писем с монетами. Продолжаем тему монет Рима. Ну что ж, поехали. Начнем, пожалуй, вот с этой. О, даже мы видим, что за монета. Собственно, ее отправитель подписал, какая тут должна быть монета. И даже ее стоимость. То есть мы можем сориентироваться по этой стоимости, за которую я ее купил на одном из аукционов. На аукционе Виолити. Очень советую этот аукцион, он никогда не подводил. Ссылки на аукцион и на YouTube-канал смотрите в описании к видео. Ух, сколько разных-разных запаковочек. Ну, уже очень хочется посмотреть, конечно. Какой-то там чек. И вот наша монета, полностью она у нас серебряная, гурт, и ну, довольно сохран, довольно интересный, хороший, как по мне, для моей первой монеты в коллекцию. Я думаю, конечно, можно стараться поинтереснее по качеству искать. И я видел проходы, давайте покажу, вот довольно, вот хорошая, интересная монета, довольно много набрала. Ну, пока я не готов такие деньги вот в эти монеты инвестировать. Хотя, возможно, в будущем буду потихоньку тоже изучать, втягиваться в это направление. Ну, довольно, вот, она довольно маленькая. Когда видишь на аукционе, думаешь, какой же там размер. Когда ни разу не брал, довольно маленькая. Давайте теперь посмотрим, что за вторая монета у нас. Ну, вторая монетка там подешевле. Сразу скажу, здесь запаковка тоже попроще. А, ну, тут проклеили скотчем с одной стороны. Ну, здесь, конечно, запаковка мне не так нравится, потому что полностью зафигачили скотчем, и нужно каким-то образом попытаться это все открыть, не поцарапав саму монету. Оп. Она по ощущениям еще меньше. Вот, и ну, гораздо дешевле. Вот я сейчас подпишу и покажу, как выглядела, собственно, продажа. Ну, качество, конечно, не сравнить с той. Ну, для первой монеты, которую я себе в коллекцию приобретаю, я думаю, можно вот такие вот две монетки, довольно интересные, серебряные. Первые у меня в коллекции, такой любительской.